Всякое даяние блага от Бога, оно человеку дается для испытания. Или, говоря по-славянски, искушение. Богу очень важно испытать человека. Самое яркое испытание в истории человечества – это когда Господь много десятилетий не давал Аврааму детей, а когда родился ребеночек, можно представлять, как старый Авраам его любил, Господь ему говорит: «Поди, принеси его мне в жертву». Авраам взял и пошел на гору, сложил жертвенник, развел огонь, потому что жертвы тогда сжигались, и уже приготовился своего любимого, единственного сына принести в жертву. И принес бы. Но Господь его остановил. Потому что жертва Богу – это дух сокрушен. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. А жертвы в виде там, денег или чьих-то смертей, животных, людей – это Богу совсем не угодно. Исключительно одному дьяволу. Поэтому Господь послал ангела, чтобы его остановить, его руку с ножом. И остановил, но он этим обращением к Аврааму его испытал. И вот всякая от Бога прибыль, она дается человеку не для того, чтобы он пил, ел, гулял, веселился. Бог совсем не против нашего веселья, если оно не представляет собой безумную пьянку. Но главное, это чтобы из этого, что Господь тебе дал, и человек это чувствует, чтобы ты обязательно совершал дела любви. Помог бы нуждающемуся, рядом с тобой находящемуся ближнему.